Семен, скажи, что такое страх для тебя? Прям так сразу, наверное. Вот ты вот оттуда только что спрыгнул, мы там сняли. Слушай, ну, страх для меня это когда я боюсь, да, когда становятся ватными ноги, когда появляется какая-то там неуверенность, нерешительность, непонимание какое-то, не знаю. Вот, ну и вопрос, ну то есть это естественное чувство человека, то есть не боится только идиот, вот, человек, который занимается экстремальными видами спорта и не боится, ну совсем, он как бы достаточно быстро перестает заниматься экстремальными видами спорта в результате там какой-то травмы или своей смерти, вот. А, Семен, а как ты преодолеваешь страх? Преодолеваю. Ну, вот постоянно его преодолеваю. Ну, то есть не постоянно, сейчас, конечно. Просто, дорогие друзья, чтобы вы понимали, у меня больше 2000 прыжков бейса, да, я бейсджампер. И остального всего бэкграунда тоже достаточно. То есть для меня вот прыжок вот с этой горы там не вызывает там вообще, ну, или какой-то другой более-менее. Там, горы. До того, когда я только начинал, мне постоянно приходилось бояться, я очень боялся и преодолевал, да, это обычное... Так дай совет, как преодолеть? Вдохнуть, выдохнуть, настроиться и преодолеть. А просто на что настроиться? Настроиться на то, чтобы сделать все так, как нужно. Просто страх – это чувство, которое у нас есть в голове, и которое пиковые моменты может блокировать все остальное, в том числе и моторику, и, я не знаю, там, Семен, все. А у тебя прыжок же пиковый момент. Ну, как он не блокирует тебя? Ну, пиковый момент. Настраиваешься на то, чтобы выгоняешь этот страх. Подожди, сказал, выгоняешь. Дай рецепт, как ты выгоняешь? Это нету тумблера такого, но это уверенность, во-первых, уверенность в матчасти, уверенность в себе, в том, что ты знаешь, что делаешь, и знаешь, как ты это будешь делать. Допустим, приходя на новый для меня экзит, да, там сложный. Экзит это место прыжок. Это место прыжка, да. Или в новых необычных условиях, там, с какого-то старого там экзита, да. Я прям вполне себе ощутимо боюсь. Вот, но прям. Поймав момент, он же волнами, когда ты еще не совсем на краю, да, поймав момент, застегнув там крылья вингсьюта, например, да, и встав прямо на камешек, я просто читаю себе мантру, ну, можно так сказать, мантру, заклинание, делай все правильно, так, как ты умеешь, и все будет, зашибись. Ну и, собственно, прыгаешь, делаешь все правильно, и видишь, как приближающаяся скала, на которую ты должен был, в общем-то, упасть, она вот остается ниже, позади, и, собственно говоря, дальше ты уже летишь, управляя костюмом.